По качах проверили радиационный фон. Для этого пригласили московских экспертов. С помощью специальных приборов они исследовали случайно выбранные квартиры. Так, допустимое значение радиации в жилых помещениях 100 беккерель на кубический метр. В квартирах покачевцев чаще всего фиксировалось в 6 раз меньше. Кроме воздуха, специалисты отобрали пробы пищевых продуктов, картофеля, рыбы и дикоросов. К примеру, лесные ягоды и грибы являются естественными аккумуляторами радиоактивных изотопов. А вот бытовые вещи, такие как телевизор или телефон, на самом деле не представляют опасности. Повышению радиационного фона чаще способствуют грунт и различные стройматериалы. Для того, чтобы такого не было превышения, нужно проводить мероприятия по снижению радона. Это проветривать помещение в первую очередь. Муниципальным и управляющим компаниям проветривать подвалы тоже регулярно, потому что радон скапливается в подвалах и потом поступает в жилые помещения первых этажей.